что такое чего-то в жизни достичь, да? Вот я сейчас буквально при вас, на ваших глазах, достигаю чего-то в жизни. Я никому ни о чем не сказал, сел в свою личную машину. И напоминаю, что чтобы вот весь этот алгоритм проделать, у вас должна быть личная машина. Смотрите предыдущее видео по поводу этого. И вот я по солнцу, по сухой, солнечной, прохладной майской погоде еду в Новгород. Понимаете? Абсолютно один. Просто. Просто сам для себя. И это свершение. Я достиг чего-то в жизни. И вот благодаря ей, благодаря своему лучшему другу, а моя машина — это, безусловно, мой лучший друг, я таким образом очень многого достиг в жизни. Благодаря ей я достиг такого в жизни, друзья, чего не достигается ничем, ни деньгами, ни влиянием, ни трудом, ни волей, ничем. Об этом как-нибудь потом. Но, короче, благодаря моей машине, мое счастье просто абсолютно зашкаливало. Вот считайте, что оно вот по этой, по тахометру, вот, за восьмерку и вот сюда, вот это счастье, вот так вот у меня было. Все благодаря машине. Так, мы сейчас летим. Сейчас мы пролетим поворот на нашу святую Дартрассу М7. Мы ее пролетим. Мы пролетим поворот на Ярославль. И уже, ребятушки, будем сворачивать на дорогу платную на Санкт-Петербург. Вот так. И там мы уже, когда мы сможем беспрепятственно лететь, там уже и заправимся. Сейчас пока время терять не будем. Двигаемся.